Дорогие друзья, об этом мало кто знал. Оказывается, сегодня рано утром, недалеко от города Москвы, возле дачного поселка, был найден автомобиль всем известной российской и советской актрисы театра и кино Зои Буряк. Самой же актрисы в нем не было. На данный момент сотрудники полиции и родственники разыскивают нашу любимую российскую и советскую актрису. Оказывается, она направлялась себе на дачу, но туда, к сожалению, не доехала. В автомобиле деньги, документы и мобильный телефон. Больше пока ничего не известно по поводу этой всей трагедии. Будем надеяться, что уже завтра рано утром к нам поступит другая информация, более подробная, о чем мы вам расскажем в нашем новом выпуске. Следите за нашим каналом, друзья, подписывайтесь на наш канал и всегда будьте с нами на связи.